Сериал – это завтрашняя форма кино, считают организаторы первого всероссийского фестиваля телесериалов «Пилот». В нашем регионе его создали и открыли избранный губернатор Станислав Воскресенский, его супруга, модель и актриса Светлана Дрыга. Для них это уже не первый опыт. В Калининграде несколько лет назад они же открывали фестиваль короткометражного кино «Короче». Старт был дан на официальной площадке «Пилота» в Лодзе. По ковровой дорожке прошли известные медийные лица, актеры и режиссеры. Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и Прованс. В конкурсной программе представлено 20 сериалов различных жанров. Есть детективный триллер, семейная драма, остросюжетные музыкальные проекты, комедии и хорроры на любой вкус. Зрителей должно привлекать то, что они увидят серии еще до выхода лент на большие экраны. А это огромная честь и редкость. Ставка всегда на хороший сценарий, потому что именно это цепляет зрителя. Человеческие судьбы, характеры, какие-то коллизии. Сериал имеет еще такую специфику, он просто должен сразу проникать в зрителя. Зритель должен узнавать какие-то сюжеты, которые могут происходить и с ним тоже. И я думаю, что в психологическую драму, в какую-то в эту сторону, наверное, будет так направлены усилия лучших. Оценивать работы, которые еще не вышли в прокат, предстоит членам жюри и обычным зрителям. Они смогут принять участие в голосовании по номинации «Лучший пилот сериала». Сначала им предстоит в течение 3 дней фестиваля посмотреть ленты на большом экране. Собравшиеся отметили, за сериалами будущее, относиться к ним несерьезно не стоит. Я люблю кино, но это новая форма высказывания в кинематографе. И у нас много замечательных российских сериалов, и мне кажется, это вполне ожидаемый фестиваль, мы его ждали. Я, кстати, честно могу признаться, что часть пилотов, так как много людей я знаю из киноиндустрии, я видела, и это очень достойные фильмы, продукты, и я думаю, что нам будет что смотреть в ближайший год. На фестивале определят лучший сценарий сериала, лучшего актера, актрису, режиссера и продюсера. Зрители смогут оценить телеонет ленки совершенно бесплатно в Лодзе и на экране на площади Пушкина. Закрытие пилота пройдет в субботу. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Я не верю, что это может хорошо закончиться, понимаешь? Не верю.